Сегодня видным вспоминают Павла Федоровича Гаевского, почетного гражданина города, героя социалистического труда, директора Московского коксогазового завода. У дома, где последний год жил Павел Федорович и где установлена мемориальная доска, собрались ветераны МКГЗ, краеведы, ученики школы номер 4 и те, кто просто живет по соседству. Вспоминали этого легендарного по местным меркам человека, говорили о том, каким он был. Он никогда не лез в карман. Он старался, ну, как говорят, рублем не наказывать, потому что за каждым работником была семья, были дети, все, он это понимал. Уважали Павла Федоровича за его принципиальность, справедливость и умение слышать и слушать. Глава городского поселения Видно Моисей Шимаилов обратился в первую очередь к школьникам, отметив, что сила города в его корнях, людях-первостроителях, среди которых был Павел Гаевский, и не только. Сегодня вы имеете возможность видеть этих людей. К сожалению, с каждым годом их становится меньше. Но мы не должны это забывать. Мы должны свой край любить, свой край уважать и историю края своего знать. Каждый сегодня смог высказаться и поделиться своими воспоминаниями. Проживаю на улице Гаевского. Была она улица Крайняя. Крайняя, да. Вот, потом переименовали в честь Павла Федоровича. Помнили все то доброе и необходимое, что было создано при Гаевском и с его подачи. Часть города, которая нынче именуется Старой, стадион «Металлург» и мотобольную команду. Все то, чем гордится Видное и что необходимо сохранить для будущих поколений. Любите наш город, берегите его, берегите друг друга, относитесь с уважением к тем гражданам, которые живут рядом с вами, и к нашему городу. А после к мемориальной доске возложили красные гвоздики – символ народной памяти.